Кто еще расскажет о себе? Вы в последнем ряду, в очках. Меня зовут Бобби, и я игроман. Привет, Бобби. Знаете, народ, вы ведь здесь не потому, что любите играть. Вы здесь потому, что не умеете играть. Полегче. Им не нужно бросать это занятие. Им нужно научиться играть как следует. Кто раздает? Сыграем! Алло? Эврика, Билличи! Это Бобби Рикс. У меня гениальная идея. Женофоб против феминистки с небритыми ногами. Ты ведь еще феминистка? Я теннисист, и при этом женщина. Не вешай трубку. И, кстати, ноги я брею. Основано на реальных событиях. Билли Джин Кинг, борец за права женщин, стала самой успешной женщиной в истории тенниса. Я не говорю, что женщинам не место на корте. Кому-то же надо подбирать мячи. О, господи. В Бобби Риксе я ненавижу абсолютно все. Видите, что я делаю? Я жарю! Жарю! Я победил в Уимблдоне. Смогу победить и Билли Джин. Если она не струсит. Звони, Бобби, я согласна. От режиссеров «Маленькая мисс Счастье». Итак, Билли Джин, о чем ты мечтаешь? Поймите меня правильно. Я люблю женщин. В спальне и на кухне. Болтай, болтай, Бобби. Чем больше наговоришь, тем больнее будет проигрывать. Эмма Стоун. Я хочу быть лучшей, чтобы получить возможность что-то изменить. Стив Карелл. Дамы и господа, я покажу вам шовинизм от слова «шоу». Бобби Клоун. Это все для него игра. Бизнес, спорт, да что ни возьми, везде правят мужчины. Мы хотим подвинуть вас и встать рядом, и вас это бесит. Нас смотрят 40 миллионов человек. Битва, которую все ждут с нетерпением. Хватит разговоров, пора играть. Война полов. В сентябре.